В Красногорске Московской области состоялся международный турнир по тэквондо ВТФ Russian Open. Он собрал участников из 17 стран и всех регионов России. Это более 800 сильнейших спортсменов. Поединки проходили одновременно на 10 площадках. Наша спортсменка Даяна Бадмаева стала лучшей в весовой категории до 59 килограммов среди юниорок 15-17 лет. Она провела 4 встречи. В первой поддержала победу над москвичкой, во втором бою выиграла у спортсменки из Беларуси. В полуфинале она прошла спортсменку из Москвы. А в поединке за золото турнира Даяна одержала победу над представительницей Рязани. Напомню, Бадмаева мастер спорта по тэквондо, кандидат в сборную России.